Что за файл? Все готово. Видно экран, да? Появился. Как Рафа с нормальным интернетом жить? Так, ну что? Так, вот наша любимая математика. И давай мы с тобой для начала проработаем наши предыдущие примеры. Начнем с найдите кардинальное число множества буляна от P в объединении с буляна от Q, где P A, B, C, Q это B, C, D. Вот эти штуки нужно будет нам расписать. Я тебе в прошлый раз присылал, соответственно, как это расписывается. Давай мы с тобой еще раз это распишем. Перепиши, соответственно, этот пример. Давай, хорошо, 12-е. 12-е. Напишем 13-е у нас B от P. B от P. В объединении с B от Q. И, соответственно, над P-шечкой можно явно написать ABC, а над Q-шечкой можно написать BCD. Над P можно написать маленькими буковками. А запятая B запятая C, над Q можно писать B запятая C запятая D. На самом деле, вот это вот основополагающая тема, и вот это вот то, что мы сейчас делать будем, это нужно проработать дальше, чтобы было понятно, как это решается. Соответственно, какой есть подход к решению? Ну, тут есть несколько подходов. Самый оптимальный это у нас это расписывать булеан. Давай мы для начала распишем наш булеан. Что мы получим? Вот открываем множество, фигурные скобочки. И пишем, что у нас, вот у нас есть вот такая прекрасная табличка. Сейчас. 13 это у нас тут 21. Так, вот она. Вот она, наша табличка. Она не просто так, это не просто табличка. Это табличка, которой мы должны вот пользоваться уметь. Смотри, вот мы что мы пишем? Вот у нас, соответственно, множество состоит из трех элементов. И мы видим по двоичной системе исчисления. Три нуля. Мы пишем, три нуля заменяем пустым множеством. Так и пишем. Пустое, пустое множество. Второй элемент у нас идет c-шка 001, мы пишем c. Дальше ты уже... Что мы дальше пишем? Какую буковку? Ну, понятно. Дальше пишем b, соответственно. b, совершенно верно. Ну и да, и так далее. B, да. Так, потом у нас 11 bc. Да, совершенно верно, bc. Да. Так, потом у нас a. Да. Так, АС, да? Соответственно. Да. И АБ. И АБС наш полностью. Да. И АБС, да, верно. И делаем такой вот знак, то что объединение. Раскрываем второе, пишем второй булеан. Тоже пустое множество, первый элемент у нас пойдет. Так, пустое множество. Так, еще у нас там D. Да. Так, D. Так, второй у нас C. Мы придумывали букв. Третий у нас CD. Да. Так, четвертый у нас B. Или какой-то, может, по счету. Да, верно. BD. BD. Д, и, соответственно, первые два у нас БЦ. Угу. Все совпало, да. И потом... Ну, и все, соответственно, СБД. БЦД, да. Потом СБД последняя, да. СБД, да. Угу. Так, хорошо. Теперь нам надо написать «равно». И от нас просит кардинальное число. То есть мы пишем... Мы сразу же пишем вот такие вот опять наши по модулю. Наше кардинальное число, так палочки ставим. Ставим палочки, открываем наше множество, вот, и начинаем перед этим оптимизировать. Соответственно, мы вот до этого берем карандашик и видим то, что у нас в объединении участвует похожий элемент. Вот так берем, вот так раз, так кружки вот так делаем, раз, потом... Ну да, вычеркиваем, да, С, два С, потом Б, здесь тоже Б. BC. BC у нас, по-моему. Вот у нас получилось здесь 4 совпадения.
Соответственно, мы их переписываем следующим образом. Можем их в самый конец совпадения, можем в самый конец писать, либо в самое начало. Ну, давай в самое начало впишем совпадение. Соответственно, у нас получилось пустое множество. Следующее у нас С. С-шка. Б-шка. Б-шка. Б-ц-шка. Да, все, совпадения на этом закончились. Ну, вроде да, все. Потом пошли наши элементы. Угу. Вот А, АС, АБ, АБС. А, АС, АБ, АБС. И вторая пара у нас элементов, вот она пошла, следующая. Со второго у нас, соответственно, остается CD. CD. BD, CBD. Да, BD. Угу. CBD. CBD. Угу. Или BCD, как говорится. BCD. BCD, да. А, хорошо. Вот опять ставим здесь координатное число. Закрываем обязательно вот эту палочку, ставим. Так, и дальше все легко. Соответственно, просто считаем количество элементов. Считаем количество. Вроде 12. Совершенно верно. И вот просто пишем сюда цифру 12, да. Вот, и таким же нехитрым способом мы с тобой решаем следующее. Это у нас 14. Так. 14. Найдите каждое число множества B от буляна от K в объединении с буляна от M, где K, мы с тобой, кстати, вот это уже посчитали, сейчас мы с тобой на практике это еще раз отработаем. Давай 14 распишем. Да, 14. Так. Выписываем тогда K множество. Ага. Чего у нас там? Меньше 8, четное натуральное число. Ага. Так, ну ладно, слава богу, ноль точно не чёрное, не натуральное. Кстати, да-да-да, вот этот важный момент. Кстати, много студентов, когда узнавали, что ноль чётное, они вообще в шоке были. Ну, а у кого-то холивар начинался. Да, как бы это ж всё, напридумывали определение, надо запомнить. Оно в жизни-то как бы... Ну, случилось ли в жизни, что надо это... Посмотришь в Гугле всегда, как бы, да и все. В целом, да, если... Нечетное натуральное число. Да, самое важное — это то, что Google твой лучший друг. Вот, но некоторые это не понимают. Да. Так, ну что у нас тогда? X, K у нас 2, 4, 6, 8. Соответственно, M у нас 1, 3, 5. Тут, конечно, будет расписывать муторно. Да, совершенно верно. Это все надо расписывать, да. Так, мы объединяем тогда множество. Получается у нас объединенное 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 8. А, 8 уже не надо. Супер. Ох. Да. И по табличке этой перебором. Да, и по этой, да, совершенно верно, перебором. Кстати, а с какой-то темы в дискретной математике перебор? Ну, комбинаторики получается. Да, совершенно верно, комбинаторика, да. А потом, надеюсь, мы успеем затронуть ее. Да, надо бы. Так, ну еще прибираем, там 6 элементов, в таблице у нас было 3, ага. Так что придется думать. Ну, да, там у нас получится то число, которое мы с тобой в прошлом уроке раз обсуждали. Угу. Ага. Так, что у нас тогда? Ну, что, можно, конечно, начать с пустого множества, благо оно хорошо начинается. Да, ну хорошо начинается, да. Так, там у нас было первое, а, да, первое А у нас было, нет, первое у нас было С, последнее, значит, будет первое тоже 6. Uh-huh. Так,
Ну, по идее, конечно, можно так прогнать. Шестерки до единицы всех сразу. Ага. Потом, соответственно, все на шестерку, все на пятерку. Да. Ага. Ой. Поехали еще шесть. Долгим муторным способом. Шесть, пять, четыре. Ага. Три, два, один. Так, потом у нас, соответственно, 6-5, 6-4, 6-3, 6-2 и 6-1, соответственно. Ага. Так, 5-6 нам уже не надо, потому что, по идее, то же самое, что 6-5. Ага. Правильно, правильно. Значит, 5-4, 5-3, 5-2, 5-1, все, все закончилось. Так, 4-3. 4-2, 4-1. Соответственно, 3-2, 3-1 и 2-1. Ну и, собственно, что-то маловато как-то. Вот я сам себя куда-то туда вывел. Там число большое у нас получится. У нас, кстати, на выходе когда число двузначное получится. Помнишь, да? Ну, мне тоже так кажется, что там... Ну, достать эту табличку, разложить ее на 6 элементов, собственно uh-huh. говоря. Сделайте такую же шпаргалку, как она там была, где uh-huh. там табличка волшебная. У нас два множества получилось, k это 0, 2, 4, 6, 8, а m у нас что получилось? m получилось 1, 3, 5. Ну да, и ты мне начал это все расписывать в виде... Ну да. Ага. Так. Это долгий путь. Это долгий путь, потому что и тут у нас получится М-ка у нас там три элемента похожи на АБЦ. Ну, либо, значит, соответственно, 2 в степени П минус 2, да и все. Так сколько получилось, да, сколько получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 элементов, да, 2 в 9 у нас 512, 510, значит, наверное, число будет. Смотри, здесь видишь, как... Здесь же мы, да, да, пошел. Но здесь объединение. В объединении мы сразу же минус там очень много будет в объединении. Да, ты так думаешь, что в принципе неплохо. Но а почему минус? Очень много объединений, они же разные элементы все. У нас... И получается объединенное множество, соответственно, сколько у нас? Сколько там? 9 уникальных элементов, соответственно. Сейчас. Так, кэшка у нас... Откуда там что-то лишнее возьмется? Они же не пересекаются между собой. Так, в объединении у нас кальное число множества b от k и b от m. Четное, нечетное. Сейчас давай посмотрим. Так, булеан от k первый у нас посчитаем. Так, булеан от k. Соответственно, 4 нуля, 3, 4, 5 нулей у нас получится. Это у нас будет пустое множество. Потом следующий элемент у нас будет... Это просто 8. 3, 4, 5. Просто 8. Потом у нас будет бэшка 6, 6, 6, 0, 7, 6. Да, здесь очень много элементов у нас будет. 6. Потом мы выйдем на 68. Так, 68. Потом первый элемент это у нас будет 4. Так, надо еще выше брать там 4. Тут у нас, вижу, таблица заканчивается всего лишь на трехзначных элементах, а нам нужно выйти на четырехзначные. Короче, я это считал, там получится 23 кальное число. Вот таких вот штук, потом они в этом самом, когда уже в объединении, все получится кальное число 23. Ну, понятно, долго. Это долго. Ну, да, это долгая история. Короче, там 23 получится в итоге. Можно верить. Так, в целом, ты должен у меня понимать просто то, что вот эта штука, когда мы пишем, что
Boolean от P в объединении с Boolean от Q. Это вот такая вся история, которая вот тут все вот так раскладывается, объединение. Ну да, все вложили. Вот, да, посмотрели, сократили и так далее. Это классический способ решения. Так, окей, идем дальше. Так, у нас следующее это будет, кстати, дополнение, тоже интересная тема. 14-е мы с тобой это сделали. Пересечение мы сделали. Здесь формулу помнишь? Вот здесь сколько собственных подмножеств имеет множество P, а от первого объединения с а второе и так далее. Сколько собственных так, подмножеств? Ну что-то такое припоминаю, конечно. Угу. Формула. Просто сразу же формулу скажи мне и все. Формула. Собственных подмножеств. Формула. Ага. Нет, была, конечно, красивая формула там, так. А ты ее часто называл, кстати, прям вот, это последняя формула. Которая... 2 степени пэта? Да. И, а, ну да, точно же. И собственных да, подмножеств. И что там будет получать собственных? И минус 2, соответственно, потому да, что 2 у нас не собственные подмножества. Да, только здесь адаптирую к этой задаче 2 в степени n минус 2. Угу. Совершенно придумывали, конечно, ерунду с определениями, потом приходится к стримингу. Так это... На самом деле там очень много потом пойдет очень всяких терминов, и надо вот это все держать в голове. Смотри, пересечение множеств. Вот мы подобрались к этой теме. Пересечение или произведение множеств мы в прошлом уроке записали. То есть, либо произведение mm-hmm. еще называют. Вот, каждый элемент которого принадлежит каждому из множеств. То есть, здесь мы говорим уже множество А, каждый элемент которого принадлежит каждому из множеств. То есть, он должен принадлежать и к одному, и ко второму множеству элемент. А, то есть, множество А равно А1 в пересечении с множеством А2 в пересечении и так далее, с АН, где знак, вот это означает П. Ну, мы можем вот этот знак, кстати, трактовать как буковка П. Вот мы иногда называем mm-hmm. это буковка П, пересечение очень легко очень понимать. Обозначает mm-hmm. операцию пересечения множеств. Формальная операция пересечения определяется следующим образом. Это, соответственно, классическое определение. Формальное определение. Здесь мы видим вот этот знак, как называется, конъюнкция или дизъюнкция? О, хороший вопрос. Где у нас... Так, нужно логическое и, я помню, что здесь конъюнкция. Наверное, первая конъюнкция, это и, значит. Да, конъюнкция. Конъюнкция это и, а дизъюнкция это или. Да, отлично. Очень важные слова, очень нам помогут в дальнейшем. Смотри, следующее. Читается запись так. Множество А — это все те значения x, которые входят в множество А1 и в множество А2 и так далее. Хорошо, например, пусть даны множество, вот такие даны нам множество, применим к ним операции пересечения. Кстати, обрати внимание, что вот эти штуки ты уже видел mm-hmm. в SQL запросах. То есть я тебе давал диаграмму Венна, и вот эту штуку пересечения множеств, это я тебе давал в SQL mm-hmm. в диаграмме, ты, кстати, это уже видел. Смотри, то есть если мы применим к операции пересечения, получим новое множество k, то есть вот у нас получается... Мы получаем новое множество k, когда хотим сделать пересечение между вот этими множествами. Это значит, что мы пишем k, вот эти три множества пересекаем друг с другом и получаем всего лишь cd. Почему получаем cd? Потому что мы говорим о том, что в каждом этом множестве должны быть такие элементы. И в каждом множестве у нас только присутствует только два элемента, это c и d. Отлично. Соответственно, вот этот примерчик перепиши как базу, вот, и идем дальше. Ой. По одному примерчику из темы как раз будет нормальный, потом практика. Ну да, да. Мы придумывали букв. Кстати, там будут очень интересные слова потом в дальнейшем. Там есть и... Ну ладно, пока не буду тебе... Это сюрприз. Я очень верю, что мы дойдем до графов. Очень хочу, чтобы мы дошли до графов, потому что это как, да надо дойти уже. Как базовая структура вообще в программировании, в алгоритмах и все. И как, в хранении данных, как структура данных, графы. Это просто прекрасная структура mm-hmm. данных, которая везде на слуху, вообще она везде на слуху. Графы, 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 графы. А эти графы, они кроются mm-hmm. в дискретной математике. Mm-hmm. Так. Так, ну понятно, следующий вопрос будет вот если 1, 3, 5, 6, 5, 6, 7, 8. Ну, пересекается это 5 и 7, соответственно, вроде. Ты там уже наперед, да, идешь? Ну, я вижу, у меня удачно наткнулся под глазами. Отлично, так. Следующий вопрос. Переходим, да, соответственно, следующий вопрос ты уже, вижу, ответил, да, на рисунке 1 заштрихована область, mm-hmm. относящаяся одновременно к обоим множествам P и Q, где P это у нас вот, так, вот это множество, Q uh-huh. это у нас вот это следующее множество.
Вот, рисунок 12 у нас, кстати, видишь, они диаграммены по-разному отображены. Вот это мы скажем с тобой надмножество, а это подмножество. А у подмножества есть это надмножество. Mm-hmm. Вот, соответственно, здесь у нас другой уже вид объединения. Здесь у нас идет тройное объединение. Хорошо. Из диаграммы видно, что P в пересечении с Q даст нам 5,7. Да, действительно, мы видим. Кстати, обрати внимание, mm-hmm. эту штуку ты видел у себя в диаграммах SQL, когда мы с тобой объединяли вот эти вот запросы. Вот у нас да, тоже. Запрос мы с тобой нигде не применяли, то что мне ночью прислал картинку, я, конечно, посмотрел. Да, ну да, вот эта картинка, да, это вот эта картинка, которую мы сейчас смотрим, действительно, вот SQL, вот она. Я не могу SQL, на мой взгляд, как бы это была большая ошибка пытаться придумать язык для менеджеров, и он вообще не получился у них. Да, но нам, видишь, нам придется его использовать для хранения данных. Да. Операции. Я вообще из SQL в принципе не вылезаю. Я каждый день почти сижу в этом SQL. Операции пересечения множеств присущи те же свойства, что и операции объединения. Действительно. То есть, давай, это важный, кстати, момент, что операции пересечения множеств присущи те же свойства. Пишем свойства пересечения множеств. Свойства. Mm-hmm. Свойства операции пересечения. Операции пересечения. Прикольно за столом так, оказывается, писать. Слушай, ну да, я вот я, в принципе, всегда пишу за столом, достаточно комфортно. Иногда, когда я где-то в дороге писал, где-то, помню, в автобусе ехал, писал на коленках там математику, ну и по-разному. Пересечение у нас коммутативно. Пересечение коммутативно. Слово очень популярно, часто будешь встречать. Угу. То есть А в пересечении с Б нам то же самое, что Б в пересечении с А. Ассоциативно. Б. Mm-hmm. То есть это у нас А в объединении в скобочках в пересечении с Б в пересечении с С. Это то же самое, mm-hmm. что в А в пересечении с Б, С. И это то же самое, что А с С пересечение с Б и так далее. И также мы можем раскрывать это все скобочки. Скобочки опускаем. А пересечение с Б, пересечение с С. Так. Далее, благодаря... Не нужны здесь, получается. Да, скобочки здесь не нужны. Да, мы можем опустить их. Благодаря ассоциативности при записи нескольких множеств объединенных законов пересечения скобки можно не вставить. То есть у нас такой закон пересечения. Если, кстати, опять это значок, что он значит? Если где там значок хождения. А, так, а если подумать? Свое включение, значит. Да, логика. Если нет, то другое. Да, на самом деле, да легко запомнить. Как запомнить? Да просто то, что вот эта палочка, это включение всегда. То есть всегда в учебниках мы используем слово «вхождение», вот, но у нас такой классный учебник, который более точно погружает тебя в дискретную математику. Поэтому круто. Соответственно, в чем отличается включение от вхождения еще разок? Так, бэм, хороший, да, любимый, заваливаешь меня вопросами. Так, я даже писал это недавно. Да, а помнишь, мы с тобой рисовали вот этот маленький кружочек и большой кружочек? Да. Вот по отношению маленького кружочка с большим кружочком, что он делает в него, что он? Так, ну, вхождение у нас, когда элемент входит, включение, когда у нас множество включено, нет? Не-не-не, опять, смотри, это одно и то же, и включение и вхождение, это все относится к множествам, это, вот эта штука относится к множествам. Ну, да. И сейчас мы с тобой, давай просто нарисуем, что значит включение, вхождение, чтобы ты понял. Вот, соответственно, вот давай мы нарисуем здесь вот такой вот маленький кружочек, вот. И здесь еще больше кружочек будет, вот так вот. Маленький кружочек, а здесь большой кружочек. Здесь у нас будет буковка А, здесь у нас будет буковка Б. И по отношению А к Б, как ты думаешь, вот смотри, давай мы поставим, какое отношение проведем между А и Б выстроим. Вот А, буковка Б, какое между ними отношение? Так, бум. Ну, она, наверное, включена в Б, получается. Вот. Но здесь же такой маленький кружочек. Угу. Так, я чуть не понимаю исключение вхождения. Объясняю, смотри, если мы с тобой проведем ассоциацию со знаком меньше равно, да, и поймем, что меньше равно это знак включения, то есть ассоциация вот под палочкой вниз, это значит меньше либо равно. То есть
раз мы видим на картинке, на диаграмме то, что у нас множество намного меньше, чем множество b, а тут маленький кружочек, mm-hmm. да, а, b, значит, мы просто поставим знак меньше, да, такой, только более такой, скажем так, такой вот овалистый, да, то есть, вот, и это знак вхождения, вот, то, что, как бы это знак меньше, как бы, да, тут палочка не нужна. Как бы, да, а меньше b, а является, соответственно, куском, там, Это значит то, что B, это считается следующим образом. А входит в Б. Давай мы напишем наверху, что это значит. Напишем А входит в Б. А входит в Б. Вот. И вот это отношение, то есть просто вхождение. Когда что-то маленькое входит в что-то большое. Кстати, легко так трактовать, когда что-то маленькое входит в что-то большое. Вот, значит, А входит в Б. А если мы ставим вот палочку уже внизу, мы говорим, что А, оно меньше либо равно. То есть, на самом деле, мы не, даже визуально мы бы так не написали с тобой А, что если меньше равно. Мы бы, как минимум, оно было бы, ну, то есть, иногда вообще эквивалентно можно рисовать. Эквивалентно, что оно и есть Б. То есть, эквивалентно. А и Б это и есть одинаковое. То есть, вот этот вот символ включения, он показывает, напиши, что символ включения показывает эквивалентность множеств. То, что они могут быть вообще равны по количеству элементов. Вот. Если брать в математике ассоциацию с этим значком меньше равно, это очень легко и быстро ты будешь разбираться. Что, соответственно, если ты видишь, что соответственно, вот этот вот значок меньше равно, да, вот если А меньше равно Б, да, значит, что эквивалентность. А эквивалентность значит включено. То есть, почему именно слово включено используется? Потому что слово включено, думаю, отражает эквивалентность. То есть, раз множество включено в другое множество, значит, оно эквивалентно. То есть, значит, соответствует столько же количество элементов. Они, конечно, могли слово использовать термин равенство множеств, но они используют слово включение множеств. Вот, поэтому вот так вот. Так, ну вот, идем дальше. Прочитай еще раз, если А... Если А, тогда, получается, входит в Б, или А включено в Б, то А, соответственно, объединенное с Б равно А. Смотри, у нас считается так. Если А... Если А... Да, совершенно верно. Если А включено в Б, или А входит в Б, то есть если оно включено, либо, то есть у нас операция или оно входит, то А в пересечении с Б нам даст А. Кстати, вот это и свойство. Mm-hmm. Это есть свойство. Давай мы свойство запишем. Вот, то, что если А включено в Б, или А входит в Б, то оно нам даст на выходе то оно следует, да, А пересечение. Ага. Вот мы видим на картинке эту историю, что если А входит в Б или включено в Б, то на выходе А в пересечении с Б у нас получится А. Да. Потому что, отлично. Соответственно, на рисунке 12 приведена диаграмма Венна, наша любимая, которую мы используем и везде в SQL и так далее, в отображении графиков. Когда А включено в Б, то есть вот она Венна, которая отображает А включено, заштрихована область, относящаяся к обоим множествам. Так, вот у нас, вот она, кстати, смотри, вот наша диаграмма. И мы видим то, что заштрихована область, относящаяся к обоим множествам А и Б. Так как А входит в Б, то все элементы А одновременно являются множеством элементов множества Б. Из этого следует следующее. Кстати, вот это тоже у нас аксиома. Так. Ну, это уже просто определение придумывали. Да, кстати. Непонятно зачем. Не поверишь, что потом придется даже их где-то применять. Там в следующих примерах надо будет их применять. А в пересечении с А. Ну, да, это там, мне кажется, такое вот. Ну, это математика. Понятно, что пересечение А. А в пересечении с универсумом нам даст А. Ну, понятно, что да, тоже как бы. А в пересечении с пустым множеством нам даст пустое множество. Да, потому что мы должны и там, и там. Вот интересно. Ну да, просто. Это, конечно, да, потому что загнали в любое множество пустое множество. Кстати, а ты «Парадокс Рассела» смотрел? Да, может, смотрел уже, не помню там. Ты после него бы не уснул бы. Значит, не смотрел. Да. Необходимо отметить два свойства. Дистрибутивность пересечения относительно объединения. Кстати, вот это уже начинается уже интересно. Здесь уже начинается такая, знаешь, типа не контринтуиция, не контрлогика, но уже что-то такое начинается. Более интересные такие вот структуры познания, смотри, размышления, если так можно выражаться. То есть дистрибутивность пересечения относительно объединения. Мы давай введем свое новое понятие. То есть вот оно, пишем новое свойство. Ну, пишем еще свойство.
дистрибутивность. Дистрибутивность. Пересечение относительно объединения. Пересечение. Относительно. Объединение. Ага. И вот это записывается следующим образом. То есть у нас есть дистрибутивность пересечения. Кстати, термин дистрибутивность ты меня затрагивал. Ты меня только затрагивал ассоциативность и коммутативность, по-моему, да? Да, да. Да, дистрибутивности не было еще. Да, действительно, так, дистрибутивность у нас пойдет. Здесь, конечно, вот в тему такой интересный. Дистрибутивность, я тебе могу прямо сейчас тебе дать введение. Вот, но судя по учебнику, здесь оно пойдет чуть дальше, дистрибутивность. Но я сейчас тебе... Законы Де Моргана. Сейчас. Ну вот, мы с тобой визуально должны понять, что дистрибутивность пересечения относительно объединения — это вот такая штука. То есть мы пишем... Ну да, мы открываем, получается, что у нас. А в пересечении с объединения BC... Да, это эквивалентно с А пересечение с Б, объединенное с А пересечение с С. Ну, в принципе, логично, конечно. Да, мы, кстати, путем вот вычленения и вот этих вот путем манипуляций мы с тобой получим то же самое. Эквивалентность, может, совершенно верно. Это похоже на наши формулы, там, квадрат суммы, квадрат разности, когда мы преобразуем из одного в другое, это все эквивалентность. Совершенно верно. И дистрибутивность объединения относительно пересечения. Мы получаем следующую историю. Дистрибутивность объединения относительно пересечения. Пересечение. Объединенное с B, пересеченное с С. А объединенное с B. Пересечение с А объединенное с С. Окей. Соответственно, это у нас свойство 8 и свойство 9. То есть свойство 9 вообще можно получить и свойство 8. Вот, это уже называется вывод одной из формул в другую формулу. То есть можем вводить одну формулу из другой. Отлично. То есть можем, в принципе, здесь поставить такую же циферку 9, а здесь поставить циферку 8. И написать, что, соответственно, 9 формула, свойство 9 можно вывести из 8. Отлично. Ну, поскольку я вводить это не буду, то, соответственно, и ладно. Выводить, да. Это уже математика. Можно, конечно, желание, но это уже, да. Это уже математиком-теоретиком можно, соответственно, вывести. Ну, либо назначивать какой-нибудь вопрос задать, чтобы человек свою пятерку получил и отвалил. Итак вот, если все знаки объединения заменить знаком пересечения, а все знаки пересечения заменить знаком объединения, если, то есть сделать аналогию аналогично, можно получить формулу 8 из 9. То есть мы просто меняем знаки и получаем то же самое, окей. В литературе по дискретной математике принято, там много чего принято, если в одном и том же выражении встречается операция объединения и пересечения. Кстати, вот это важный момент. Если, вот этот, надо подметить, если в одном и том же выражении встречается операция объединения и пересечения, у тебя так будет встречаться, то первый выполняется операция пересечения, а затем объединение. Кстати, это математические операторы, то есть приоритеты. Приоритеты выполнения операции, мы напишем, что первый выполняется пересечение, а затем объединение. Пишем приоритет пересечения. Сначала выполняется пересечение. Выполняется пересечение, потом объединение. Пересечение, потом объединение. Отлично. Это, кстати, важный момент, то, что оно примеры будет, я помню, это еще год назад, когда я там проходил это все. Это там будет пример, где это нам поможет. Так, то есть это значит, что мы в некоторых примерах мы даже можем скобки опускать, потому что у нас приоритет есть математический, что пересечение будет в приоритете. Окей, идем дальше. То есть там есть понятие соглашения, да, то есть обе части этого выражения будут восприниматься однозначно. Соответственно, вот такая формула у нас есть, а в пересечении с b в объединенное с а в пересечении с c. И мы видим, что когда мы опускаем скобки... Приоритет операции, да, не меняется. А пересечение с Б в объединение с А, Б пересечение с С, совершенно верно. Окей. Если же сначала должна выполняться операция объединения, а если мы хотим с тобой операцию объединения выполнить сначала, соответственно, мы ставим с тобой скобки. А затем пересечение, то необходимо использовать скобки. Например, А в объединении с Б, объединение с С, пересечение с Д. Можем следующим образом отобразить. Здесь делаем скобки, и потом только выполняем операцию пересечения, потому что оно всегда в приоритете будет. Если мы с тобой скобки бы опустили бы, то сначала бы у нас отработала бы операция С, пересеченная с Д. Это было бы грустно. Окей, переходим к самому интересному. Ну что,
Давай попробуем, соответственно, проработать вот эти ну, все давай. Примеры. Сколько их тут у нас? 14. Дополнение множеств, кстати, тоже. Там уже еще вот такой значок пойдет, интересное. Отрицание, там еще вот это все, да? Там уже начнется вообще класс. Соответственно. Кстати, обрати внимание, что когда мы с тобой закроем тему множества, ты сможешь, в принципе, прикоснуться к любому разделу математики. Ну, то есть, это база, короче. Короче, множество — это база для мат-анализа, для дискретки, для линейной алгебры, там, для чего хочешь вообще. Это база. Окей, смотри. Найдите элементы множества А, пересеченное с Б. Так, я пишу А, пересеченное с Б. Если... 1, 1, или просто скобочка 1. А, то есть у нас А получается B, C, D. Mm-hmm. А B это у нас C, D, E. Ну, давай подумаем, что там у нас. Так, ну, с пересечением то у нас что? C, D получается. Да, совершенно верно. Mm-hmm. Так, идем дальше. 1, 3, 4, 5 и 4, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 4, 7, 8. Господи, сколько цифр. Так, 4 вижу. Все, больше ничего не вижу. Да. Ну, 4, наверное. Только 4, да. Мы так опишем, обязательно конспектируем все, что мы делаем. А, пересечение с Б, пиши 1, это у нас CD, 2, это 4 и так далее. 3. Третье у нас 1, 2, 3, 4, 2, 3. Так, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ну, 2, 3 это, да. Да, 2, 3. Пока легко. А что буквы здесь означают? БК, МБМ, ЦК, БАР. Где? Между номером примера и примером. Слушай, это что, чтобы ты спросил? Да, вот. Слушай, ну, на самом деле... Это не математический, конечно, понятно. Тут есть, на самом деле, обозначение, да, вот сейчас. Где-то терминология там у нас присутствует. Сейчас... Ну, либо оно для группы какой-нибудь там, либо еще что-то. Я все уже эти моменты не все помню. Я даже, на самом деле, их никогда и это и не использовал сейчас. Ну, конечно, с точки зрения логики можно, конечно, разобраться, что они обозначают там. Но особо не принципиально. Думаю, не принципиально, да. Окей, так, 21-е. Переходим на 21-е. Так, отлично. Так, БККБ. Так, хорошо, идем дальше. 4. Март, апрель, май, июнь. Да. Так, ну май получается вместе у них, так все. Все это. Угу, да. Так, переходим уже, найдите элементы множества P, пересеченное с Q, если. Так, натуральное число. Так, давай мы напишем цифру 2. Первое, да, P меньше 12 натуральное число, X больше 10 натуральное число. Но можно не думать, соответственно, 11 только у них попадет. Да, совершенно верно, да. Точно сравнение. Мы с тобой пишем X больше 10, меньше равно 12, да. Жестко пишем, да. Причем пишем жестко. Да, жестко. Так, второе у нас... Что, меньше либо равно 12 натуральное число, больше либо равно 10 натуральное число. 10, 11, 12. Это? Да, совершенно верно. И можно не помнить, 0 у нас является натуральным числом или нет. Как хорошо. Так, x натуральное простое число, четное натуральное число. Ох, хороший вопрос. Тут у нас натуральное простое число. Да, четное натуральное число. То есть тут единственный момент, что одно будет у нас простое, второе будет четное, и они оба, кстати, натуральные. То есть это от единицы до бесконечности. Да, да, одно единица до бесконечности. Второе, если от единицы до бесконечности, то у нас как бы пересечений-то много будет. Так, ну давай посмотрим, что у нас тут получится. Что-то они какие-то условия не сделали, какое-то дополнительное. Ну тут как у нас надо рассматривать это все? Это все математика, это все философия, это все абстракция. Так, много там перемещений будет. Давай подумаем. Так. Так, что у нас может быть?
Натуральное простое число, четное натуральное число. Ну, в принципе, можно, конечно, сказать, что пресечение является, что у нас, четное натуральное число, натуральное простое число, да? Там двойка у нас же простое число, по-моему. Да, совершенно верно, да. На единицу, на себя. Да. Вот. И четное натуральное число. Да, молодец, четко, четко, четко. Наверное, как бы... Правильно, четко. Совершенно верно. Больше ничего и нет. А больше нету, да, совершенно верно, это исключение из математики, да. Ну, видишь, как тема от базы помогает. Я другой бы, я не знаю, там, сколько думал. У меня до этого еще студенты были по математике. Там они, конечно, дольше много думали. То есть кто-то вообще не мог ответить, ну, никак. Вот, окей, смотри, идем дальше. Третье. Найдите элементы множества А в объединенное с Б, Б пересеченное с С. Да, сначала делаем пересечение, да. Вот это ты молодец. Да, так. Ой, ну поехали. Что у нас там? Угу. Ну, придумывали. Так, А. Так, мы делаем пересечение Б и С. Б у нас x меньше 10. Угу. Натуральное С у нас x больше 8. Угу. Так, значит, девятка пересеклась. Здесь девятка осталась. Так, а А у нас 0, 1, 2, 3, 9. Тогда. Сейчас, так. У тебя получилось... Да, смотришь, пожалуйста. Так, сейчас, ну-ка, да, посчитаем. Да, да, все правильно, да, сходится. 0, 1, 2, 3, 9. Записываю. 0, 1, 2, 3, 9. Ага, отлично. Следующее. Так, ну, поменьше, хотя бы хорошо. Так, так, B и C, да, пересекаем ABC, ABC и объединяем с самым. Ну, ABC тогда и будет. Угу, да. ABC. Так, 3, 2, 5. Хорошо, правильно. А, Б, С. Придумывают, блин, задачи. Это только начало, на самом деле. Тут еще только разогрев. Так, ладно. Вот это вот интересно. Смотрите, А равно Б равно С. Ага. И, собственно говоря, их... Кстати, в питоне как называется эта операция? Объединение множеств? Нет, это называется последовательное присвоение. А, вот это вот имеешь, это операция. Да-да-да. Да, так, это... ну, по идее, BCD и получится в итоге, потому что мы не пытались объединять, пересекать. Совершенно... Это просто это аналогично то, программированию. Это аналогично программированию, просто последовательное присвоение. Совершенно верно, BCD. Совершенно верно. Вот тебе и программирование уже здесь, да, подсовывают. BCD. Ну да. Так, хорошо, идем дальше. Четвертое. Четвертое. Кардинальное число. Эх. Uh-huh. Так хорошо все было. Кстати, это еще скажи, что не булеан, потому что булеан будет намного интереснее. Сейчас опять запутаюсь, сам себя запутаю. Что да я тебе подскажу, мы с тобой все расписывать будем прям подробно. Ну, давай, вот так. А у нас x меньше 100, натуральное число оканчиваешься нулем. Ну хорошо, ладно, допустим, соответственно. Не забудьте расписывать А равно x, открой АХ и открой x хотя бы, чтобы мы с тобой могли примерно писать, что за множество. Не просто чтобы у тебя в голове абстракция была, а чтобы написать. А равно x. Что там за x и будет? То есть x натуральное число. 90, 80, 70. Совершенно верно, да. То есть натуральное число, и там оканчиваешься нулем, да. То есть, да. То есть это там 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Меньше 100, это, соответственно, 90, закрываемся на 90. Можем с тобой просто написать диапазон, там, от 10 до 90 мы с тобой можем написать диапазон. Ну да. Другую сторону начал писать, ну ладно. Ага. Так, хорошо. Так, x больше 50, x натуральное число. Ага. Ну тут, конечно, хорошая бесконечность такая уходящая, 50, да. Да, и она нас отрежет, эта бесконечность, да, совершенно верно. Ну понятно. Мы обрежем, конечно, потом в процессе явно. Ага, натуральный 50. 51. И C-шка у нас пошла. X такое, что... Где значение X? Так, и C-шечка. X меньше 20, X простое число. Ага. Ох-ох-ох. Как это... Вот мы здесь где-то... Дуршлаг этого товарища, или как сейчас... это был? Сейчас мы с тобой, кстати, здесь... Даже было это деление простых от непростых придумал? Да, было дело, было. Совершенно верно. Было дело. Там 2, 5, 7 и так далее. Сейчас мы с тобой должны выйти на одно число.
На одно число должны выйти. Так, найдите криминальное число. Давай А с пересечения с Б, что получим? А с пересечения с Б. Да, А пересечения с Б. А пересечения с Б мы получаем, соответственно, 50 у вас не попадает, значит, 60, 70, 80, 90. Угу. Три числа. Да. Четыре. Четыре числа. Так, дальше мы объединяем это все с... 60, 70, 80, 90, а С у нас меньше 20. Молодцы, хорошо сделали. Ну ладно. Да. Так, С у нас простые числа 2, 3, соответственно, 5, 7, 8, 9, 10 не попадает, 11, 13 вроде тоже простое, 17, 19, по-моему, так, да? Да, просто складываешь этих товарищей, делаешь 60, 70, 80, 90, запятая. Ну, точнее, лучше порядка разрастания там. Вот, наименьшие, потом ну, да. Запятая 60, 70, 80, 90. Да, делаешь палочки, не знаю, делаешь палочки, делаешь, пишешь себе кардинальное число, палочки да, равно 60. И число. Так, а общее у нас... Ой, задолбаем считать, конечно. Да это там, на самом деле, да, да немного их там, немного. 7. Ну, как немного? Ну, у меня много получилось. Ну, двухзначно получится. Меньше, чем 20. Меньше, чем 20. 20, ну... Меньше, чем 20, двухзначно получится число. Так, ну всего получилось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 чисел. Совершенно верно. Это правильный ответ. Это хорошо. Да. Это хорошо. Палочки не забывай ставить. Хорошо. Палочки поставил. Это да, важный момент. Да. Идем дальше. Уже так, начинаются такие вот обозначения. X, Y. То есть нам найти элементы множеств. X, пересеченное с Y, X, пересеченное с Z и Y, пересеченное с Z. Если X такое множество, Y такое множество, Z такое-то. Так, ну что, давай выпишем условия. X, пересеченное с Y, X, пересеченное с Z. Y, пересеченная Z. X это у нас 3, 4, 5, 7. Ну, хотя бы Y поменьше. Тут поменьше, да, но бывает да. Меньше и не это самое. Так, но X пересекается с Y, да, 5, 7, все, больше не пересекается. Так что, да, 5, 7. Потом, соответственно, X пересекается с Z. 5,7 ставлю Z. Запятую. Точка запятой. 5,7 точка запятой. Следующий ответ. Следующий ответ 7. 7 да. Да, 7 да. Z. 7 точка запятой. YZ. YZ, да. 7, 8. Да, совершенно верно. Идем дальше. Так, укажите верные выражения. Так, ого. Ну... Приехали. Приехали, да. Начинаем вспоминать приоритеты операции, свойства. Что вообще значит верные выражения? То есть, получается, надо смотреть, что эквивалентность, да? Так, ну давай посмотрим. Эквивалентность, да. Первое. А объединенное с Б. Пересечение А объединенное с С. Кстати, формула, да, у нас тут какая-то? Угу. Такая же была, да, объединенная с Б. Так, да, у нас эти один в один совпадают, да? Так. Давай посмотрим. А, пересеченная. Да. То есть вот у нас. А, объединенная с пересечением BC, это то же самое, что А объединенное с Б, пересечение с А объединенное с С. Так. Ну да, похоже, ладно тогда. Да, похоже, так, значит, верное, да? Угу, верно. Верно. Так, Б пересеченное с С, кстати, Б объединенное с С, пересеченное с А равно ли? Кстати, а. Если не сложно, можешь мне напомнить, к чему это относится, к какому свойству? Так, это у нас ко второму, который у нас симметричный, или как его там, ассоциативное. Посмотри, это у нас на самом деле, это даже сам последний, это дистрибутивность объединения относительно пересечения. Это вообще сам последний, то, что мы с тобой записывали. Ну, в принципе, да. Да, вот оно, обратите внимание. Да, ассоциативность. Да. Ассоциативность у нас по-другому была. Да, отлично. Идем дальше. Так.
А это истина. Что там с Б? Это истина. Б у нас Б объединенное с, потом пересекается с А. Такое же ли, как А, пересеченное с Б? Да, да. Да, объединенное с А, пересеченное с С. Ну, вроде да. Да, вроде да. Похоже. Вроде да. Угу. А в объединении С, пересеченное с А. Б пересеченное с С. Б объединенное с С, пересеченное с А. Это то же самое, что А объединенное пересечение с Б. А объединенное с А, пересеченное с С. Да, просто скобочками опустили. Так. Да, скобочку раскрыли. Так. Тут это легко, это истина. В, а что? Пересеченное с Б равняется Б пересеченному с А. Понятно, здесь легко. Здесь легко, да. Здесь, да, здесь по свойству прям хорошо. Угу, по свойству, который ты наизусть знаешь. Да. Ой, Г какая-то гадкая штука. Так, А объединенное с Б, пересеченное с А объединенное с С. Равно ли А пересеченному с Б объединенному с С? Так, что-то мне кажется, что-то потерялось у нас тут. Да, когда начинаются такие сомнения, тебе не просто кажется, действительно, когда начинаются такие вот сомнения, то да, там что-то не так происходит. Пускай это какого-то. Да, тут у нас что-то происходит с А объединенное с Б, А объединенное с С. Вот, это у нас то же самое, что А пересеченное, это не то же самое, что А пересеченное с Б объединенное с С, да. Совершенно верно, это разные вещи. Ну и хорошо, отлично. Так. Ой, А пересеченное с Б, объединенное с А пересеченное с С. Равно ли А объединенному с Б пересеченному С? Кстати, вот да. Обрати внимание, да, что Г, оно похоже, Г похоже на А в начале условия, да, только конец отличается. Обрати внимание, что Г похоже на А, но только конец отличается. Вот. Поэтому уже из этого видно, что неверно. Да. Да. Да, отлично. Согласен. Д у нас тоже ну, неверно. Ну, Д тоже, похоже, неверно. Да. Да, потому что тоже какая-то ерунда была. Какая-то ерунда, да. Попробовать. И Е тоже, наверное, какая-то ерунда, да? Да, Е тоже похоже, наверное, сейчас смотрим. А, так. А пересеченная с Б объединенная. Ну да, кажется. Какая-то... какая-то хитрая. Дойдите. Дойдите. Вот это вот твой любимый начинается. Ой-ой-ой-ой. Да, как мы прочитаем такую запись? Как мы прочитаем такую запись? Найдите кардинальное число от буляна множества Q. Может, кстати, так, а может, чуть покороче. Кардинальное число буляна от Q. Да. Да, кардинальное число буляна от Q. Совершенно верно. Где? Где? Q у нас. Что такое Q? Какая-то вот эта вот жуткая штука. Да. Давай мы запишем. Обязательно ставим буляна от Q. Кстати, если захочешь потом заниматься машинным обучением, еще чем-то там, неважно чем, тебе вот эта база очень хорошо пригодится. Чем же, интересно, ладно. Ты все обозначения будешь знать наизусть, которые используются там. Да. Плюс еще мат-аппарат. Нет, ну мат-аппарат, конечно, да, наверное, вот как там развитие мозгов, где-то в жизни может подобное примениться. Ну, как видишь, в этой самой, в машинном обучении, там вот эти все обозначения, там есть понятие множеств, структуры, там вот это все, это в дальнейшем машинки есть в рамках линейной алгебры и математического анализа. Окей. Так, надо посчитать Q сначала. Ну, это уже тебе виднее. Я уже здесь все. Ты уже все почитал? Ты уже дальше сам. Так. Ну да, так. Ну хорошо, окей. Что у нас там? Сначала делается пересечение, потом объединение. Да, пересечение у нас в порядке. А с Б и, соответственно, с С. Так, а с Б у нас. Ну, Бшечка есть, Сшечка есть. Дешечка есть, Ешечка есть, все. То есть у нас правда будет А с Б, Б с Д, Е. Может сократиться хоть. Так, а С у нас, ну, хорошо. Просто Д, Е, вообще отлично. Правильно, правильно. Да, совершенно верно. Ну, хоть элементов уже поменьше стало. Это уже хорошо. Но число у тебя получится так. Потом хорошее.
Ну так, относительно. Так, когда мы это все объединяем, эти две вещи, мы получаем BCDE. Ага. То есть у нас 4 элемента. BC. DE. Так. О, теперь нам надо что? Бля, надо купить считать. На 4 элемента, да? Как я это все не расписываю? Нужно должно считаться, это же как бы... Ну да, по формуле, да, просто по формуле. На самом деле, тут уже все. По формуле. Четвертая у нас... Четвертая, 8,16. Ага. 16, значит, да? Ага. Так. 16. По модулю тогда сколько у нас? Ну ладно, 14. Да, правильно? Нет, там получится... Нет, там получится 64. 64? Угу. Раз, два, три, четыре. Придется считать. А где 4? Где я что потерял? Придется считать. Ну, давай посчитаем. Угу. Так, найдите булян от Q, где Q это у нас есть А, пересеченное с Б, объединение с А, пересеченное с С. Ну, давай посчитаем А, пересеченное с Б, что это такое вообще. Так, получается у нас... BCDE, все больше. Так, подожди, мы с тобой обсуждаем седьмой пример или восьмой? Восьмой. Как же седьмой посмотрел, да? А седьмой у нас... А, я восьмой сделал, понятно. Так, стоп. А, да-да-да, седьмой-то у нас получится там больше. А, я тебе уже ответ даже сказал. Там больше, да. Угу. Ну ладно, значит. А восьмом ответ какой? А я не надо считать, я не знаю. Вот. Да, понятно. Так, у меня получается да, 16 булян и 14 модулей его числа. Так, ну давай рассказывай мне, что у нас получилось в восьмом. Так, восьмом у нас. Ну, А объединили с Б, получили Б с ДЕ, А объединили с С, получили ДЕ. Ага. Соответственно, ага, так, я тут не... А, ну да, все правильно. Пересекли все это, да, когда пересекали. Теперь объединили то, что получилось, получили BCDE. Ага. Благо оно. Вот. Ну и, соответственно, 2 в четвертой, то есть 2 в степени P16, 2 в степени P-2, 14. Так, здесь нам нужно выйти будет на, сейчас скажу. Так, сейчас посчитаю. 8, где-то что-то потерял? Так, здесь два элемента еще потеряны, будет 12. 12, да. Вот на самом деле, хорошенько бы седьмой еще закрыть, потому что здесь в восьмом вижу то, что ты немножко здесь немножко не досчитал. Где вот. Могу досчитать его? Седьмой, если закроешь, то, что ты выйдешь на 64 в седьмом, и восьмой спокойно тогда выйдешь. А, я, кажется, понял, где я мог не досчитать. Элемент взял оттуда, а задачу взял отсюда. Молодец. Зачеркиваю. Ну давай, ладно, восьмой. Седьмой ты попробуй сделать. Ну давай попробуем, да. А с Б, а с С. Поэтому, да, ответ раз нужен. Куда больше получается в этом. Ой, так, а с С здесь у нас. Что у нас? А с Б, вернее, пересечение. Давай подумаем, да. Я подумаю, так, А, Б. Двойка, тройка. Четверка, пятерка. Допустим. То есть мы пишем да, А пересечение с Б равно такому-то множеству. Обязательно угу. Все пиши обязательно. Да, пишу. Потом А пересечение С равно. Да. 4, 5, 6, 7, да? 4, 5, 6, 7. Вроде так, да. Да. Так. Теперь у нас объединение этого всего. Q у нас уже тогда равняется. 2, 3, 4, будем с тобой на... 6, 7. Совершенно верно. Берем... Раз, два, три, четыре, берем пять, по кардинальное число. Обязательно кардинальное число берем. Раз, два, три. Да, кардинальное число, соответственно, у нас B от Q. Тогда 64, все правильно. Да, до 6, да. Модуль B от Q. Тогда, соответственно, бадлом 62. Там 64, все так и получится. Почему 62? Ну, мы же два не собственные множества откидываем, да,
Какие? А тут, тут же спрашивают булеан от Q, кальдан число, тут не годят собственных множеств. Тут же говорят в общем случае. Если мы используем... когда вообще мы используем эту формулу собственные? Когда в условии задачи написано собственные? А в условии задачи... А, понятно. Вообще, да, просто написано, типа, посчитайте кальдан число. От, да, 64, совершенно верно. 64, ну хорошо. Давай попробуем выйти в восьмом на более корректный теперь ответ. Давай, тут просто больше множеств стало. Так, у нас А пересекается с Б, А пересекается с С, и Б пересекается с С. Обязательно пиши, вот я пишу, А в объединении, в пересечении с Б нам даст равно, я пишу, что нам даст. А, Б, С, Д, Е, А в пересечении с С у нас есть там, в пересечении с С. А с Б нам даст пересечение... Ашка нам скажет до свидания. Ашки не будет в Бэшке. Да, Ашки не будет. БЦ есть. Д. Д нету. Эфка есть. То есть у нас получается БЦ, Эфки нету. То есть А, Б это у нас что у нас? А причинить с Б что нам даст? А причинить с Б, С, Д, Е. Соответственно, А, С, Е, Д, Е. И А, С, тут последнее. И Б, С, соответственно, Е, Ф. Так, ну да. Вот. В итоге у нас получается А, Б, С, Д, Е, Ф, 5 элементов. Вот если 5 элементов, то у нас 32. Так, пишу. Б, С, Д, Е, Ф, да, 5 элементов. Б, С, Д, Е. Угу. Это мы дали А с Б, потом мы А с С пишу. А с С у тебя что получилось? А с С, Е, Д, Е. Д, Е. Угу. Так, Д, Е. А где... Где С? А, там еще есть С. Где С? А, вот я его и писал, похоже. Так. Да, Д, 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 Ц, Е. Потом что-то у нас еще есть. Д, Е там, да. Ну, оно же оно при объединении, как бы оно в том месте. Мы с тобой должны на какое число-то выйти в итоге-то? На какое число должны выйти? Да я не помню уже на какое. На какое мы должны выйти. Слушай, я считал, что 12 будет. А давай попробуем. Так сказать, как говорится, слышь, как в школе говорят, подогнать ответ. Ну да, как 12, может здесь быть, оно здесь идет. Давай сейчас, да, давай так. Посчитаем. АС нам даст 3 элемента, потом идем дальше. БС нам даст, БС пишу. Б в пересечении С нам даст, что нам даст Б в пересечении С? 2 элемента ЕФ. ЕФ, так, еще Дшка есть там, да? Так, еще что там есть? Цшка есть, о. Пишу Цшка, потом Дшка есть, да, БСЦ, потом есть Ешка, потом что еще? Эфка есть, да? Ну да, получается, так. Кто же есть. И что там еще? Да все, еще, кстати, Кашка, интересно, один элемент висит просто и все. Так, хорошо, вот у нас получилось первое множество, это у нас раз, два, три, четыре элемента, да? Первое множество 4 элемента, да. Второе множество 3 элемента, третье множество у нас 3, 4, 5, да? Угу. Так, ну, погнали. Так, что-то у нас... Начинаем это все объединять. Сначала у нас операция объединения. Так. А с... Так, А, Б. То есть, давай, поехали. Б, С, Д, Е. Потом опять Д, Е, С. Потом вычеркнем. С, Д, Е, Ф. Так, ну давай вычеркиваем. Дшка у нас. Бшка. Дшки не будет. Ешка. Ешка, Цшка. Дшка, один элемент. Последний у нас закрывает. У нас это ЕФка у нас. Еще один элемент. Е... И F. F у нас один элемент, такого нету. Ага, C-шка. И B-шка у нас висит. Так, ну тут у нас вообще похоже, да, очень много получилось. У нас получается... Ну да. По итогу у нас получится B. Состоит из... Последний элемент B, C, D, E. D, E, C. Это у нас то же самое, как B, C, D. И C, D, E это то же самое. И F. И F. Так, у тебя получилось раз, два, три, четыре, пять, да? Да, у меня пять получилось.
Так, 2 в 5, 32. Кардинальное число булеана. Так, здесь и сейчас мы начинаем еще булеан считать от этого. Так, b от q. Три, четыре, пять. Ну тут, конечно, булеан от этого нам даст. Да, дофига там будет. Там будет нам еще выйти на пятую. Так. Ну, на пятую нужно выйти, то есть у нас получается как раз. Там на самом деле, да, там будет очень много этих самых комбинаций. Там будет это 2 в 5, 32. Да, и там комбинаций очень много. Надо будет кардинальное число еще считать от этого всего. Помнишь, как мы с тобой расписывали вот эту вот историю, вот эту, видишь? Вот эту вот. Помню. Вот. И на самом деле мы с тобой выйдем, когда при сокращении, когда мы все сократим, mm-hmm. мы с тобой выйдем на 12. Ну, я не знаю, как мы, конечно, выйдем на 12 из 32, ну ладно. Поверю на слово. Да, я тебе могу, в принципе, это все расписать в этом самом. Да ладно, слушай, окей. Так. Так, ну что у нас получается? Что у нас там получается? Ой, фу, что я сказал? 32 у нас будет, что я несу. Так, сколько ты сказал мне в этом получится, в восьмом-то? В восьмом 64. Не-не-не, в восьмом. Это в седьмом 64. А, 32 тогда в восьмом. Да-да-да, все правильно, я не топ, у меня там это самое, да. Так, ну, блин, какой 12-й? Как ты из 32 12 получишь уникальных элементов? Да-да, я там, видать, не туда посмотрел. Так. Отлично. Сейчас просто плавно переходим на перерыв. Вот. Соответственно, здесь, закрепляя материал, вот этот вот, который мы с тобой, последний пример, что мы здесь получили? Вот когда, вот если ты видишь мою тетрадку, да, справа, угу. То мы получили следующую штуку. Сейчас. У нас получилось Q. B от Q. Вот я так и пишу. B от Q равно. Вот. На самом деле это все же, в принципе, математика точно наука. Она вводит, она точно все у нас, это все B, C, D, E, F. B, C, D, E, F. И пишу следующую штуку. Вот. Пишу формулу 2 пятый, потому что у нас 2 в пятой считается булеан. Mm-hmm. И, в принципе, mm-hmm. здесь ставим вот эти вот палочки, наши любимые палочки. И, в принципе, выходим на ответ, на 32, совершенно верно, да. Вот, здесь все просто. Хорошо. Окей. Так, Давай с тобой, Давай, сбегай в магазинчик, пока тайм-аут 10 минут. Ну, 10-15 минут. Давай, минут на 15 можно. Ну, да, хорошо. Да. Ага. Я сейчас успею. Ну, не успею.